С 12 сентября в Кургане откроется традиционная специализированная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени 2013». На днях соответствующее постановление подписал руководитель администрации Кургана Александр Якушев. Ярмарка расположится на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру «Гиперсити». Здесь курганцы смогут приобрести мед, яблоки, картофель, лук, морковь, капусту, огурцы, томаты и другую плодоовощную продукцию, выращенную на полях Зауралья. Ярмарка продлится до 31 октября.